4 автомобиля разбито, а спросить не с кого. В Екатеринбурге неизвестный врезался в припаркованные у обочины машины и ударил по газам. В отличие от виновника, один из пострадавших теперь не на ходу. Лихача второй день разыскивают госинспекторы. В таком виде свои автомобили хозяева нашли накануне. Основной удар неизвестной машины пришелся на Митсубиси. Дальше по цепочке пострадали еще 3 авто. Судя по картине ДТП, какой-то водитель совершил неудачный маневр и заехал на парковку возле дороги. Видимо, осознав, во сколько ему обойдется ремонт разбитых машин, неизвестный поспешил скрыться с места ЧП. Как его найти, пока не ясно, очевидцев на месте не оказалось.